Всем привет и добро пожаловать в мой новый выпуск, в котором я постараюсь убедить вас, почему вам следует присоединиться к уникальной метавселенной Fitbit, которая в свою очередь сочетает в себе комбинацию сразу нескольких направлений, а именно мобильное приложение с улучшенным AI, спортивные игры Play to Earn, стейкинг, виртуальные тренажерные залы, персональные тренировки, обучение и много чего другого. Как по мне, Fitbit – это по-настоящему новаторский проект, который стремится с помощью криптовалюты стимулировать вас зарабатывать, сжигая свои калории, где с помощью доступного мобильного приложения вы сможете легко подобрать для себя тренировку, где бы вы ни находились и на каком этапе подготовки не были. А встроенный искусственный интеллект поможет подобрать максимально подходящий для вас тип тренировки и нагрузки, открыв при этом доступ к самым лучшим фитнес-тренерам со всего мира. Как по мне, все это звучит крайне интересно. Но, как вы понимаете, все это лишь только часть одной огромной метавселенной под названием Fitbit, о которой более подробно мы сейчас с вами и поговорим. И начну я, конечно же, с самого мобильного приложения, скачать и установить которое вы легко можете уже прямо сейчас себе на смартфон, независимо от того, со встроенной системой iOS или же Android On. Отмечу, что это DApp-приложение. То есть в его структуру внедрена технология блокчейн, которая будет позволять не только безопасно хранить все данные пользователя, но и надежным образом сохранять все ваши результаты, которые будут анализироваться искусственным интеллектом для того, чтобы отслеживать вашу динамику тренировок и их дальнейшее вознаграждение. Таким образом, выполняя тренировку и сжигая калории, вы можете зарабатывать токены FTB, а встроенный кошелек позволит вам сразу же накапливать их в одном месте для дальнейшего использования. Ведь кто внимательно меня слушал, помнит, что в рамках приложения Fitbit доступен вам еще и стейкинг. То есть вы потренировались, заработали, а еще отправили свои заработанные токены в стейкинг и заработали еще немного дополнительных IPY%, что, согласитесь, очень круто. При этом благодаря встроенным механизмам вы легко можете следить за своим прогрессом, так как искусственный интеллект будет подбирать именно тот план тренировок, который подойдет лично вам. А еще вы вправе выбирать как индивидуальные тренировки, так и с тренером, которых, естественно, перед набором будут проверять на профпригодность. Если же говорить о самом дизайне приложения, то выглядит он, как по мне, весьма стильно и лаконично. Сама навигация выглядит очень простой и удобной, а значит, пользоваться приложением сможет абсолютно любой тип пользователя. Ведь все, что вам нужно, чтобы воспользоваться приложением Fitbit, так это загрузить само приложение, создать свою учетную запись и ввести свои данные, чтобы выбрать впоследствии подходящий для вас тип тренировок, за выполнение которых вы и будете накапливать FTB, который, кстати, помимо стейкинга, вы легко можете использовать еще и для получения доступа к каким-то определенным типам тренировок, уникальному контенту, приобретать спортивные добавки и прочие атрибуты отрасли. И да, если вы уже успели обратить свое внимание, то данный токен уже добавлен на платформу CoinMarketCap, где вы с легкостью можете получить о нем всю интересующую вас информацию, начиная от адреса контракта, который, как мы видим, создан на базе блокчейна Ethereum, заканчивая текущей стоимостью FTB, общей суммой предложения, суточным объемом торгов, ну и, конечно же, рыночной капитализацией. Более того, если мы посмотрим график истории торгов за весь период существования FTB, то увидим, что токен показывает хороший рост, исчисляемый не одним иксом. Но, как вы понимаете, все это лишь только начало, так как если мы посмотрим на саму дорожную карту проекта, то увидим, что у Fitbit, метавселенной, огромные планы по тому, как стать не только первой, но и самой лучшей метавселенной с передовыми и расширенными технологиями в области физических упражнений, доступных с помощью технологии XA-Lift, что в переводе означает «взгляд в будущее». Выражаясь простыми словами, разработчики Fitbit намерены произвести самую настоящую революцию в индустрии тренировок к 2023 году. И я считаю, это очень здорово. А что по этому поводу скажете вы? Как вам идея Fitbit тренироваться и за каждую сожженную вами на тренировке калорию получать токены, которые, я напомню, торгуются на бирже? А значит, вы легко сможете их не только использовать в рамках самого приложения, но и даже обналичивать. Одним словом, все ваши восторженные отзывы я с радостью готова прочитать в комментариях под этим видео. А пока рада сообщить вам, что всю подробную информацию и официальные ссылки о Fitbit вы, как всегда, найдете в описании, собственно, как и ссылку на мой телеграм-канал, где я также публикую разные интересные новости и обновления,
который, к сожалению, не успевает выходить на моем YouTube-канале. Поэтому обязательно переходите по ссылке, читайте и участвуйте во многих эксклюзивных событиях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска. Хорошего всем дня и пока-пока!